Сегодня я предлагаю вам прогуляться по променаду и посмотреть, что работает, а что нет, накануне открытия сезона. Берлин занимается анимацией на бассейне. Который у нас все время работает. Вот так вот на канку. Сегодня очень много людей у нас на золотых песках. Все гуляют. Не все раздеты, конечно. Но на пляже тоже очень много людей. Кафе работают. Отели, к сожалению, не все работают. Ну вот обычный наш закрытый бассейн работает. Ресторан работает. Хорошо, нет. Сан-Тропе. Зоопарк в ремонте. Ну, красиво делают, скоро будет. Вот вистомары не работают почему-то до сих пор. Вот сувениры. Так, а вистомары не работают. На пляже у них тоже никого нет. Вот сувениры. Так, сейчас спрашиваем здесь. Добрый день. А имеете ли открытки с вид на Морето? Нет. Мерси. Тут, видишь, только остались магнитики. Вот ресторан открылся. Да, вот он, красавчик. Вот его меню. А вот у нас видит уже. Собачки лежат, спят спокойно, никому не мешают. Завой. Вот и этот ресторан открыт. Такие розы расцвели этого ресторана. Саду дяди Вани. И все перенюхал уже. А, вон там, посмотри, какие большие. А у этой какой цвет. Вот он наш розарий местный. Розарий с маками. Ресторан не работает, зато птицы здесь вьют гнезда. Вон ласточки, смотри. Этот работает. Кофе. Вот это золотой кот работает, как всегда. Вот этот турок всегда работает. Очень давно. И самый первый. Тут все мертво у нас. Атмосферный ресторанчик. Уже готовится. А может даже уже и работает, там свет горит. Да. Да, то есть тут можно уже что-то поесть. Печу на огне. Кто сомневается? Салаты, супы, фиши. Вот этот пока не работает в кафе. Вот пока бар не работает. Такой атмосферный. А вот это вот, смотрите. Это русалка, блин. А бассейн еще не налили? Ну, я думаю, нальют. Это пляж Адмирала рядом. Красота. Это фонтанчик очень красивый. Вышли и на пляж. Вот так выглядит наш пляжик вечером. Уже, правда, все искупались, кто хотел. Но некоторые загорают еще. Это мои любимые розы. Нигде я таких не видела, только здесь. Красиво. Поздновато мы пришли. Классный. Какой аромат. Сказка. Видим. Адмирал открылся.
наконец-то появились признаки жизни. Бассейн работает, паровозы ездят. В общем, все как всегда. Банкомат работает. Кафе Адмиральское открыли. Ну, значит, жить будем. Так, ну что, мы в кафе Адмиральском. Сейчас проходим мимо. Ждут много людей. Вот стоянка. Стоянка заполнена. Частично. Магнолии скоро расцветут. Почему не цветут магнолии? Все на месте. Красненькие деревца тоже. Клены. Ой, какое красивое дерево, правда? Я его каждый год снимаю, по-моему. Это Адмиральский вход. Ну, что-то жизни я не вижу здесь. Открыто, интересно. Вот сейчас только так. Раз. И ресепшн. Я же говорю, работает. Вот кафе работает. Чифли Шкихан. Видишь, там народу сколько много. Это наш магазин. Танец живота еще не открылся. Не знаю, откроется в этом году. В прошлом, по-моему, так и не открылся. Ах, как красиво. Красиво цветете. Нюхайте, нюхайте. Нюхаем. Нюхайте, не уколитесь только. Ах. Ах. Ах, вы как откинулись-то. Едем на колеснице. Вперед. Ждут детей для игр. Мой немецкий бар не работает. Птички поют. Интернационал работает. Вот интернационал. Здесь работает. Такси стоят. Машин полно. Этот не работает. Что ты меня поддерживаешь? Ну, ты не лепи только. Магазин Экзот Бутик. Экзотик. Сейчас мы идем выпить пиво. На диванчик. Капучино, кейк. Вот такое кафе на Златной Котле. Какой у нас сегодня ценник миди 13.90. Так, ай-ай-ай, цаца. Вот цаца. Цаца 8.50. Суши. Суши. Да, суши это не популярно. Да, абсолютно. На них даже и нет, по-моему. А у тебя большая или маленькая камера? Маленькая. А нет, 2.50. Кока-колу и кофе. Кофейку. Наши.